в очередной 13-й раз к вам в ваш маленький городок приезжает спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии совместно с молодежным отделом Екатеринбургской епархии и с прихожанами православных храмов. Спортсмен готов? Болельщики готовы? На старт! Внимание! Марш! Нашего маленького мира признан спортсмен Андрей Дворкин! Вообще красавчик! Главное не сдаваться и тренироваться, потому что выиграть в колонии, знаешь, что на самом деле уж так тут хвалиться-то и нечем.